Доброе утро, дорогие подписчики канала «Человек Лев». Я Олег Зубков и веду свой репортаж, конечно, из парка Львов-Тайган. Все вы давно уже привыкли, что в парке Львов-Тайган много рождается разных малышей. И вряд ли можно, наверное, казалось бы, чем-то вас удивить, порадовать, потому что малыши рождаются регулярно, и только в последнюю неделю у трех малышей, нет, у четырех самок родились малыши. Это и львята, и тигрята. И все-таки у нас произошло очередное чудо рождения и очередная сенсация. Мы с некоторых пор стали подсаживать рыжих самок, тигриц, к белым бенгальским тиграм. В надежде на то, что мы хотим получить золотых тигров. Красивых золотых тигров. Я видел их в Чехии, я видел их в немецких зоопарках. Вот. Они очень красивые, у них нет черных полос. И вот наш эксперимент не совсем получился, не совсем удался, но тем не менее. У рыжей тигрицы и белого тигра родилось потомство. Первое потомство в сафари-парке Тайга. И вот посмотрите, два малыша совершенно белые. Вот, чистокровные гены победили папыны. Вот такие вот. Мальчик и девочка, между прочим. Ой, ой, да, да, да. Им несколько дней от роду, и мы впервые их достали, чтобы показать вам. Ой, ой, ой. Все будет с ними хорошо. Мамка их обязательно примет и будет опять кормить. Все хорошо. Да ладно тебе, ты мальчик, что ли? Мальчик, голубоглазый мальчик. А вторые мальчик с девочкой из этого, да что ты такое, господи. Ну, вот какой мужик будет у нас, вот какой тигр будет. Да, да, все, все хорошо. Все хорошо. Сейчас к маме пойдешь. Сейчас пойдешь к маме. Два вторых же малыша, кстати, тоже мальчик и девочка, родились совершенно рыжие. Мне бы очень хотелось, чтобы они были без черных полосок, были только белые и рыжие, и тогда создается такой золотистый оттенок. Ну, есть, посмотрите в интернете, золотые тигры. Они как раз получаются вот от рыжей самки и белого самца. Но, видно, гены разделились в данном случае пополам, и поэтому мы имеем сегодня вот то, что имеем. Два белых и два рыжих тигренка. Они по цвету вряд ли поменяются, потому что отчетливая окраска рыжих, рыжих тигров. Как видите, мальчик гораздо крупнее. Вот он. Даже не нужно смотреть никуда больше. Видно, что это мальчик. Вот. А эта девочка, она чуть поменьше. Ну как, значительно поменьше. Вот. Все они хорошо развиты. Вот. Да, хорошо. Да, да. Мама их прекрасно кормит, причем кормит уже несколько дней. Мы проверяем. Тигр, как его зовут, Ляль? Хасан. Хасан находится в наружном вольере. Вот, а мама во внутреннем вольере, в зимнем домике с малышами. Вот, причем легко переходит в другую комнату, дает трогать малышей. Мы не первый раз их уже осматриваем. Вот, первый раз показываем вот вам. И есть все предположения предполагать, что эти малыши вырастут здоровые, крепкие с мамой. Вот, белых тигров у нас будет еще больше. Вот, вы знаете, что белые тигры очень редкие, их всего 100 с небольшим в зоопарках всего мира. Вот, они не живут в природе, они живут только в зоопарках. Вот, они выведены при искусственном содержании. Вот. Но в нашем парке давно белые тигры успешно живут и размножаются. Первого белого тигра, а вернее тигрицу, подарила нам премьер-министр Украины Юлия Владимировна Тимошенко. Вот. Она сделала это еще в 2008 году. Вот. И с тех пор мы купили во Франции самца, с тех пор пошел род белых тигров, которые у нас успешно размножаются. Вот. Ну, вот такой эксперимент, дорогие друзья.
Вот такие малыши, это сегодня у нас середина почти сентября, вот такие малыши у нас родились, мы, безусловно, еще не давали им имена, мы сделаем это гораздо позже, когда им будет не меньше месяца, когда уже их состояние здоровья не будет вызывать никаких опасений. Предложений по именам вы нам прислали очень много, вот, так что мы выберем обязательно, вот, и как-нибудь их назовем. Вот. Ну, вот такое будет чудо. Представляете, гуляет рыжая тигрица, белый папа, и вот такое пополам 50 на 50 потомство у тигров. Вот. Вот такой первый опыт. У нас еще есть самки, которые живут с белыми тиграми, и еще будут другие варианты малышей. Ну, с точки зрения природы и разведения, безусловно, мы же не разводим животных для выпуска в природу. Поэтому даже если бы в зоопарке родились и золотые тигры, которых я хотел бы получить, вот, то ничего в этом плохого нет. Они живут в зоопарке, их век проходит в зоопарке, вот, полностью в природу. Даже белые чистые никогда не выпускались в природу Индии, Тибета, ну, собственно, там, где родина бенгальских тигров. Вот, поэтому белые тигры живут в зоопарках всего мира. Вот. Ну, вот такая новость сегодня, с которой мы хотели поделиться с вами на канале Человек Лев, ну, а заодно передать на другие интернет-ресурсы. Вот. Так что пожелайте малышам крепкого здоровья. Вот. Вот их сколько у нас. Вот. Пожелайте им крепкого здоровья. Ой, 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 ой. Все, все. И удачи. Всего доброго.